Итак, что? Я вас всех приветствую, да, с вами Алекс, и добро пожаловать, леди джентльмены, да, вот вы снова попали в новое видео, да, и в этот раз мы попали в КНС 3, да, Триал, то есть Дерзкая Колупе, третья часть, последний эпизод, Триал, пробная версия, демка, в общем, вот, она вышла пораньше, на самом деле, поэтому я ее уже успел пройти, так что теперь надо пройти, ну, я не удержался, да, я не удержался, и теперь надо пройти ее на запись. На самом деле, если вы следите за моей группой ВК, и если вы, видели, наверное, что я уже записывал, да, короче, я уже записывал первую серию, но получилась она такая себе, и на самом деле, я заодно хотел бы, раз уж записываю по новой, сказать всякие вещи, то есть, да, получилось не очень первая серия, первый блин комом, и я извиняюсь за это, так что, да, на ютубчике я решил перезаписать, потому что, в общем, смотрите, дело в том, что в правилах Instant EGRF, по идее, опять же, ну, мы рискнем, в общем, я решил рискнуть, да, по идее, в правилах написано, вот я вам даже их сейчас покажу, надеюсь, я не забуду вставить скрин с этим правилом. Вот. Там написано, что, в общем, загружать в социальные сети скриншоты из игры или там какую-то информацию, спойлеры, запрещено. То есть для них какая информация? То есть какие-то японские сайты, для забугоров это Facebook, Twitter. Ну, кстати, японцы и в Twitter, и в Facebook тоже сидят. В общем, вот туда нельзя. В нашем случае это ВК. Но в ВК никого нету из них, так что нам не страшно. Поэтому в ВК все сливают обычно, и вот такие дела. Но, что касается коротких роликов, то есть опенинга, например, скорее всего, но я не уверен насчет опенинга, и всяких пробных версий, типа триала, демки, вы можете загружать их на YouTube и, по сути, пройти. Что касается полных версий, то вас возьму за задницу. Вот. Так что рискнем и будем надеяться, что нам не прилетит страйк за то, что они нарушают, они не соответствуют своему правилу. Вот. Так что, да, перед началом я решил потрепаться, ну и как я обычно люблю это делать. Вот. И, короче, будем надеяться, что пройдем триал на ютубе, а дальше уже как пойдет. Ну, то есть ВК, скорее всего, будем проходить, так что не забывайте вставать группу ВК, там будет все новости и все вот это, эксклюзивчик, как сказать, да? Триал, кстати, получился большой, намного больше, чем в предыдущих и новеллах их, так что я сразу предупреждаю, будет контента много, если, опять же, нас не возьмут за задницу. Ну, я готов рискнуть, так что, боже. Хоть я уже и прошел, все равно... В общем, я постараюсь как можно лучше не нарушать атмосферу. Есть стекло, чтобы вы тоже поели стекла вместе со мной. Ну, будем надеяться, да? И, в общем, да, нельзя еще, кстати, хотел сказать, по их правилам нельзя загружать ОСТ, то есть музыку к себе, то есть, ну, это авторское право, вот. Так что, всем приятного просмотра. Поехали. Ах, чет, here we go again, как говорится. Надеюсь, вы поедете стекла вместе со мной. Последний день января в Токио с утра шел снег. И все-таки я не чувствую печали в своем сердце. Толко.
Сказала Кучики Чизура, одетая в черное кимоно. Арты. Не знаю, рисовка мне очень понравилась. Хоть и как-то, возможно, непривычно. Я чувствую облегчение, словно все наконец-то закончилось. Я понимал, что мать из меня ужасная, но чтобы настолько... Чизуру качает головой. Даже похороны я провела лишь потому, что мой брат сказал мне, что так нужно сделать. Рядом с ней стоит портрет молодой девушки. Я ведь не могла повесить это на вас, Токисака-сан. У нас даже нет ее останков. Девушка на портрете с печальным видом смотрела куда-то в сторону. Словно она не может винить меня в моих грехах и поэтому избегает моего взгляда. Она так и ни разу не улыбнулась перед камерой. Чизуру поглаживает портрет кончиками пальцев. У меня не вышло приблизиться к ней через объектив, но я так боялся общаться с ней напрямую. Пробормотала она и отвернулась от портрета. Кучики-сан. Что такое? Когда Тока-сан вернется, я хотел бы взять частички ее праха, если вы простите меня, конечно. Праха? Да? Я не против. Сказал Чизуру, вопросительно склонив голову. Спасибо вам большое за это. Я хотел отвезти ее в одно место. Точнее говоря, вернуть ее туда. Ну тогда, прошу извинить меня. Чизуру кланяется и ходит мимо портрета девушки. На веранде остался только портрет девушки. Тавтология немножко получилась. Мне больше никогда не удастся с ней поговорить. Она больше никогда не засмеется, не загрустит, не сможет что-нибудь нарисовать. И фотография напоминает мне об этой печальной реальности. Я давно смирился с этим. Вернее, я так думал. Мы общались всего месяц с небольшим. Но после ее исчезновения этот короткий период занял большую часть в моем сердце. Или моей жизни. Я должен нести ее жизнь теперь и на своих плечах. Это все, что я могу сделать, как выживший. Это все, что я могу сделать. Хоть я так и говорю, но несмотря на все мои чувства, я не могу заставить себя пошевелиться. Сидя на краю веранды, я смотрю на портрет рядом со мной. Улыбаешься мне, только теперь существует лишь в моих воспоминаниях. Держись, Рэдди. Я глубоко вцепляюсь в край веранды. Клочки дерева впиваются в кончики моих пальцев. Но я стал сжимать еще сильнее. Мне казалось, будто я упаду, если отпущу его. Я чувствую себя
таким опустошенным. Там, где раньше была она, больше ничего не осталось. Пустота. Заполнится ли когда-нибудь пустота в моем сердце? Или было бы неправильно заполнять ее? Я присел перед ней и тихо сложил ладони вместе. Тока. Тока. Я не знаю, что сказать. Что я вообще должен сказать ей? Все, что бы я ни говорил, все прозвучит как отговорки. Я не смог спасти ее тогда, так что я могу сделать сейчас? Я падаю на колени, на мокрую от снега землю. Тока. Тока. Я обхватываю ее портрет обеими руками. Я был готов принять смерть Кучики Тока еще 2 года назад. Но я до сих пор был одержим ею. Одержимость. Так сверху написано. Выделяющийся. Ее звали Кучики Тока. Я Такисака Рэдзи познакомился с ней весной 1956 года. 2 года назад. Она дала мне очень странную просьбу найти ее настоящую себя. Сначала подумал, что это была просто девчачья шутка. Потом только попала в аварию, и врачам пришлось ампутировать ее конечности, чтобы она смогла выжить. Позже выяснил, что на то была своя причина. Она была беременна. Я узнал об этом только на днях, когда мы нашли ее тело. Я все еще не знаю, где находится ребенок. Его забрал Курой Наори, местонахождение которого также неизвестно. Всю эту неделю поисками Наори занималась полиция. «Есть предел тому, что может сделать обычный детектив», — сказал я и в присутствии Генумы и других. Ну, то есть передал полиции поиски Наори. На самом деле у меня просто даже не осталось сил двигаться дальше. Я полностью осознавал, что должен искать ребенка. Но, похоже, после нахождения Тока нить моего напряжения не выдержала и порвалась. Учитывая, в каком состоянии ее похитили, я должен был прекрасно знать, чем все это закончится. В конце января прошли похороны Тока в доме Кучики, и я впервые за долгое время вышел на улицу. Ее останки отправили на судебную экспертизу и до сих пор не вернули семье. Наверное, церемония все равно провели, чтобы скорбящие могли попрощаться с ней. Однако, эти формальные похороны лишь увеличили пустоту в моем сердце. Это был верный знак того, что она больше никогда не вернется. Теперь я должен двигаться дальше ради тех, кто еще жив. Иначе я так и останусь опустошенным. Вряд ли кто-то сможет ее заменить. Но даже так я не должен забывать эту пустоту. Эта пустота — доказательство того, что Тока существовало, и мне нужно двигаться вперед, чтобы сохранить ее. Я с трудом тащусь в домашнюю библиотеку. Я открываю свой блокнот, который долго лежал здесь без дела. Нужно подвести итоги дела, которое я расследовал последний месяц.
Юкика. Это дело о благословленном братстве, преемнице Сенри, который в прошлом совершал преступление Уэна. Стальджия. Они пытались сделать дочь Оракула из одной девушки. В прошлом она, Кайхара Юкика, убила своих близких друзей. Сейчас она находится под стражей. По словам психиатра, который беседовал с ней в момент совершения преступлений, она была не в здравом уме, поэтому весьма вероятно, что Юкика не должна нести за них ответственность. Тем не менее, это займет много времени, и она еще долго не сможет вернуться домой. Я не праведник и не хранитель закона. Так что даже если знакомый мне человек станет преступником, я готов буду помочь ему в пределах возможного. Быть может, это звучит ужасно противоречиво, ведь я детектив, моя работа раскрывать истинную природу других людей. Поэтому же дело также арестовали Савашира Нанако. Похоже, она сотрудничает со следствием. Она убила своего отца, поэтому вряд ли она сможет избежать максимального наказания, но у нее были свои причины на это. О да. Однако про местонахождение на Ори она больше ничего не сказала. Хотя, возможно, она действительно ничего не знает. Про ребенка мы тоже слышали лишь то, что уже узнали в той хижине в горах. Ну, похоже, она верила, что ребенок в безопасности. С настоящим ребенком, которого было не так-то просто носить с собой. Интересно, каково ей было все это время. У меня к этому были смешанные чувства. Ну, по крайней мере, она определенно воспитывала ребенка. Я должен быть благодарен ей за это. Уйдя из библиотеки, я возвращаюсь в свою комнату. Последняя ночь января. Да, 31.01. Я ссыпаю уголь в котел с золой и стелю футон. По ночам все еще было холодно. Я улегся спать и молился, чтобы мой ребенок тоже находился в тепле. Такие вот дела. Глава первая. Рай уничтоженный пламенем. February 1, 1958. Welcome. Первый день февраля оказался субботой. Когда я просыпаюсь, попиваю кофеёк в гостиной, Юкари, одета в школьную униформу, подходит ко мне. Юкари. Юкари. Симуа. А где газета? А. Да, точно. Я спросил ее, как обычно, но по какой-то причине она была отвернувшись и застыв на месте. Да, сейчас принесу. И она спускается, уходит на кухню и спускается к двери. Не знаю, что ее беспокоит, но... Прости, что заставила ждать. А, да, прости за это. Я получаю утреннюю газету. Ты куда-нибудь сегодня собираешься? Она спросила меня, потому что необычно видеть меня утром на ногах. Ну, нет никаких конкретных планов. А ты что-то хотела? Да нет, я не про это. Просто ты в последнее время не спишь же допоздна. Ну, поздно ложишься. Ну, пожалуй, да. Я просматриваю первую полосу газеты. Кстати, говорилось, что США запустят спутник вслед за Советским Союзом. Я понятия не имею, для чего он используется, но, наверное, это просто технологический прогресс. Ну, кажется, пришло мое время уходить. Блин, ну, Карри такая булочка прям вообще. Карри надевает пальто и берет свою сумку в руки. А, да. Будь осторожна там. Ну, я ушла.
тишина. Юкари покидает гостиную, и тишина возвращается в комнату. Похоже, Юкари что-то беспокоило. Слышен только звук газеты, которую я переворачиваю, перелистываю. Статья в социальном разделе привлекла мое внимание. Блин, Мами Синза такой, это... Ну, я раньше тоже это замечал. Иероглифы, ну, имя красивое в иероглифы. Прям такое, знаешь, властное имя. Мами Синза скончался в тюрьме от болезни. Мами Синза – гениальный художник, с которого начался инцидент стока зимой позапрошлого года. Старик, который превратил женщину, которая была настоящей матерью Тока, в девушку в скорлупе. Ну, теперь он мертв. Этот факт не вызвал во мне никаких эмоций. Означает ли это, что тюрьма оказалась суровой для этого старика? Нет. Я хватаюсь за голову. Очнись. Нет, это не так. Я уверен, что со мной что-то не так. Ощущение, что эмоции стали слабее. Они просто как будто высохли. Кажется, что они нарушились всерьез. Я глотаю свой остывший кофе. Горькость, которая раздражает кончик моего языка, делает мой разум немного яснее. Даже если он умер от болезни, это смерть человека, который был так популярен. Детали были неясны, так как в этой газетной статье говорится только о том, что он умер от болезни, и все. Если это все, то даже и нет никакого инцидента из этого, но я не знаю, почему-то у меня плохое предчувствие. Я вытащил сигарету из нагрудного кармана и положил ее себе в рот, вспоминая, что стараюсь не курить дома. Может, это так на меня не похоже? Нет, это не совсем так. Так было уже давно. Ну, типа, я ради изменился, да. Я упиваю оставшийся кофе в своей чашке и складываю газету. Давай выйдем на улицу, остудим голову, подышим воздухом. Я надеваю пиджак, я беру ключи от машины и выхожу из дома. Ключи от машины, кстати, да. Я веду машину, держа во рту незажженную сигарету. Мама Синза мертв. Это означает, что я почти закончил с предыдущим инцидентом. Он был источником проблемы, хотя и не имел к ней прямого отношения. Очевидно, что не будь его, ничего бы и не произошло вообще. Но это не значит, что я собираюсь винить покойника сейчас в этом. Что сделано, то сделано. Что бы ты ни делал, люди, которые оказались жертвами тогда, больше никогда уже не вернутся. Тоджика! Внезапно я оказываюсь перед полицейским участком в Сакурадамоне. Мои ноги повернулись сами по себе. Нет, должно быть, это была явно моя воля. Не знаю, правда это моя воля или нет, когда я думаю о том, что меня будет там ждать, но... Я не приходил сюда с тех пор, как дело было раскрыто. Отчасти это потому, что мне нечего было делать, но также потому, что мне не хотелось работать. Да, в таком состоянии. Тут была комната следственного отдела, в которую я смог войти, даже ничего не сказав. Эча Агенума сидел за столом администратора вдали от острова столов следователей. Я Агенума. Что-то колесико вообще тупит. Ну, точнее, оно слишком резкое. Агенума. Сэмпай деска. Сэмпай, да. Агенума поднял голову, поправляя свои очки. Ну как, ты закончил? Если я не буду работать, то не смогу есть. Шепчу я. Ну или бормочу. На данный момент у меня ничего для тебя нет? Или есть что-то еще? Ну, думаю, ты уже догадался. Сегодняшняя газета застряла между стопкой бумаг на его столе. Из-за смерти Мамия Синза, да? Он утаскивает газету, раскрывает ее. Как и сообщается в этой газете, вчера его нашли мертвым в тюрьме. Они сказали, что это сердечная недостаточность.
Однако ему также сообщили, что его сын Маме Синдзи был найден мертвым, что, возможно, ослабило его как физически, так и морально. Но перед этим. Геномин, похоже, тоже не чувствует никаких эмоций. Хотя нет, в данном случае это просто его работа. Но есть осложнение. Это не роль полиции, так что это теперь не имеет никакого значения. Ну да. Что, а почему? Родственников Мамия Синдзо не осталось. Все близкие его люди умерли, и даже дальние родственники либо заключены в тюрьму, либо где-то изолированы от него. Наследие, да? Но он все еще был выдающимся художником. Если бы он продал свои работы, это стало бы неплохим козырем для него. У него было больше долгов, чем козырей. Насколько я могу судить, за последние 10 лет он не очень-то много занимался творческой деятельностью. Ну да, ты прав. Это уже определенно не работа полиции. Это уже скорее работа детектива. Не думаю, что я получу запрос на это дело. Кстати, ты что-нибудь знаешь о местонахождении Куроя Наори? В настоящее время мы ведем активные поиски. Больше я ничего не могу тебе сказать. Другими словами, никакого прогресса нет. Хотя мы уверены, что он использовал это место в качестве укрытия, но маловероятно, что он останавливался там перед побегом. Это потому что нет никаких признаков жизни за последние несколько дней, не так ли? Последний раз там кто-то был более года назад. Вот об этом я и говорю. Если это так, то вероятность его бегства в сторону префектуры Яманаши мала. Просто мужчина с младенцем с большей вероятностью привлечет много внимания и наберет свидетелей, когда его увидят. Думаю, он это знает и понимает. Если это так, то он должен избегать станции с большим количеством людей. Если это так, то шансы, что он спрячется в Токио, высоки. Однако я уверен, что Игинума тоже знает об этом. Значит, они еще не нашли его. Возможно, трудно будет обнаружить его без всякой дополнительной информации. Или же... Ладно, давай сменим тему генома. Когда тело вернется после экспертизы? Откуда мне знать? Ну, в ее случае, ее останки будут кремированы здесь в любом случае. Я знаю. Я не могу, в общем, спокойно думать об этом. Кстати, у тебя же были похороны вчера. К сожалению, я не смог прийти. Были бы проблемы, если бы ты пришел туда. Лучше спросить Нацуми-сана о возвращении останков Тока-сан. Ладно, извини за беспокойство, Генома. Если что-то узнаешь, то дай мне знать. Даже пока не сказал. Я приехала из Касамигасеки в Токанадабабу. Перед клиникой Такашира припаркован велосипед. Ну или стоял. Я собираюсь войти внутрь и останавливаюсь. Смогу ли я сохранить спокойствие перед останками Тока? Это также экспертиза, даже если она должна просто подтвердить детальную причину смерти и время смерти. Из ее останков. О, разве это не Токисака-хан? Нацуми-сан. Меня кликнула Нацуми-сана, подошедшая сзади. Здравствуйте. Нацуми-сан. Ну, я тут прошлась немного по магазинам. Придерживая бумажный пакет, Нацуми начала отпирать дверь. У тебя что-то случилось? Я пришел узнать о экспертизе останков... тело, найденного в Окутаме. А, вот оно что. Извини, но мы не в состоянии это сделать. Это правда?
Я почувствовал недовольство и в то же время какое-то облегчение. Это были просто кости, знаешь же. Я уверен, что в университете тщательно их исследуют. Но если это так, то кажется, это займет какое-то время. Ну, наверное. Но если бы скорбящая семья сказала и попросила как следует, то они сразу бы вернули ее в целости и сохранности. Очень жаль, что я не могу попросить их это сделать. Ну так что, ты зайдешь? Спрашивает Нацуми, отперев дверь. Нет, прошу извинить меня. Вот как, ну... Хорошо, дня, увидимся. Нацуми зашла внутрь. Блин, Нацуми такая вообще. Ух. Я вернулся в Синдзюку и приехал в свой офис. В этом нет особой необходимости, но мне нужно иногда смотреть, что он делает. Плюс я не давал ему никаких инструкций за последнюю неделю. Он, вероятно, имеет какое-то отношение к Урой Наори, поэтому он не стал бы действовать в одиночку. Вопреки моим ожиданиям, офис оказался пустым. Документы были аккуратно собраны, сложены. И одеяло лежало в углу комнаты. Также сложенное. Как я могу увидеть, его хорошо воспитывали. Или воспитали. Нет, не слишком ли я его хвалю вообще? На столе лежал неизвестный мне блокнот. На обложке написано что-то расследование. Он, правда, делает это? Если это был бы личный блокнот, я бы стал колебаться, чтобы посмотреть в него. Но пока он называется отчетом о расследовании, нет никаких проблем в том, что я гляну. Я понимаю первую страницу. Была встреча на прошлой неделе. На станции Хатиодзи никто не видел этого субъекта. На станции Татикава никто не видел этого субъекта. На станции Тамагава Хасуя никто не видел его. Он работает больше, чем я сам. Но я не думаю, что он появится, если мы будем следить за первой станцией на линии Хасуи. О, Токисака-сан. Я услышал непринужденный голос, который звучал неуместно. Я оборачиваюсь. Масаки Томоёки настоящий... В данный момент настоящий сотрудник офиса, который я случайно подобрал. Масаки. Что, правда, проводишь расследование? Да, я просто хотел узнать, могу ли я что-нибудь сделать сам. Пожалуйста, не смотрите в такие вещи без разрешения. Масаки забирает блокнот, который я читал. Это же отчет о расследовании. Поэтому я решил взглянуть на него. Ну, я собирался провести еще кое-какие исследования. А потом уже отчитаться. Ты снова был сегодня на станции? Да. Но, похоже, никто их не видел. Я пытался рассказать им о ребенке и все такое, но... Я уверен, что он знает, что приход на станцию увеличивает его шансы быть замеченным кем-то. Да, вы правы. Тогда получается, что я делал... было пустой трата времени. Большая часть работы детектива — это пустая трата времени. Это как найти иголку в стоге сена. Я понял. Тогда я продолжу расследование еще какое-то время. Убедись, что ты получишь квитанцию на оплату проезда на поезде, который ты использовал для поездки. Это как-то необычно. Обычно я просто плачу сам за себя и все. Ты замолчи, ты. Даже как-то трудно что-то возразить в ответ. Ладно, в любом случае, пока я оставлю тебя за главного, чтобы найти его. Ну, типа, на это дело оставлю на главного. Наверное, мне тоже нужно начать действовать, но я пока не могу наверстать упущенное. Токисака-сан, а вы? У меня еще есть другие дела. Я не солгал.
Даже если это просто формальность, когда я говорю это вслух. В общем, да, Масаки теперь занимается поисками Куроинаори, своего старого лучшего друга. А Рэдди пока, ну, не знаю, приходит в себя, пытается чилит. Как-то так. 2 февраля. На следующий день, в воскресенье, я решил посетить лунный мир в Кичидёджи. Йока. О, добро пожаловать. Меня, как обычно, приветствует голос Кёка. Можно мне кофе? Да? Подожди минутку. Как поворачивается ко мне спиной. Я пока сел на табурет у стойки. Движения Кёка по-прежнему были неуклюжи. Несмотря на то, что ее выписали уже из больницы, раны, вероятно, еще не полностью зажили. Эй, Кёка! Что? Кёка оглядывается, держа в руках стеклянный контейнер. Нет, я просто хотел сказать, что... чтобы ты могла... не могла бы сделать немного темнее? Я не мог придумать, что сказать, поэтому... спровизировал. Неужели ты еще не проснулся? Ну, что-то вроде этого. Чашечка кофе ставится на стойку передо мной. Вот, прошу. Ага. Я прикладываю губы к чашке. Темный кофе, как я и заказывал. Во рту разливается жар и горечь. Я с облегчением отвечаю, как обычно. Вдруг я заметил новый букет цветов на краю стойки. Арева? А это... Уизами-кун сказал, что это подарок в честь моей выписки из больницы. Он позвонил в ближайший цветочный магазин и попросил их доставить их за него. Я смотрю, он все такой же лояльный. Может быть, я тоже должен ей что-то подарить в честь этого? Чем ты собираешься сегодня заниматься? Кёк спрашивает. Полирую серебряную ложку. Что, мать, да? Жду человека. Он скоро должен быть здесь. Я поворачиваю взгляд ко входу в магазин. Пока нет ощущения, что она здесь. Надеюсь, что у нас получится просто поболтать без всякой работы. Excuse me. Хорошо, тогда я приготовлю чашечку кофе и чашечку чая. Ёрошку. Спасибо. Я беру чашку кофе и перехожу к столику позади. Утренняя газета лежала тут на столе. Пожалуй, пока я убью время, полистав ее. Статья о смерти мамы Синза, похоже, мне не было никакой новой информации. Если верить словам Мегиномы, значит, я действительно даже нечего объявлять было. Вдруг, когда я читал статью про успешный запуск спутника, раздался звук колокольчика у входа. Тоджи. Прости, что пришлось позвать тебя сюда. Аоки Тоджи, однорукая журналистка с серебристыми волосами. Женщина с уникальной карьерой в качестве бывшего руководителя подпольной организации. Попросту, что заметить, рука смерти она называлась. Ну, я не против. Все равно я вручил это дело полиции. Вот как. Она не задает лишних вопросов. Я рада видеть, что ты выглядишь спокойнее, чем я думала. Я просто только проснулся. Я потягиваю еще не остывший кофе. Так что, ты хочешь услышать о маме Синза, верно? Я перехожу сразу к теме. Я слышала, что ты был глубоко увлечен в старые инциденты. Тот же держал во рту сигарету. Хочешь написать об этом статью? Да нет. Мне просто стало интересно. А? Ты не против курения? Спросила она, зажигая сигарету. Ну, я не против.
Я двигаю пепельницу к ней. Прости. Тот же поджигает сигарету и дым спускается к потолку. Мамия Шинзо был необычным, всегда таился от всех, но был затейником. Я мало что знаю о нем лично, но из-за него произошло много смертей. Девушка с Скорлупе, да? Я слышала, что он воссоздал эту картину из тела своей ассистентки. Сцена, которую я видел в подвале того особняка Мами Шинзо, приходит мне в голову. Похоже, он был готов на все ради искусства. Тем не менее, это было до войны. И он больше не публиковал ничего после конца войны, когда закончил девушку с Скорлупе. Я на мгновение замолчал, когда Кёка принесла мне кофе и бисквитный торт. Прошу прощения за ожидание. Спасибо. Тот же прикладывает свои губы к чашке. Этот его сын, Мамия Шинзо. Касураги Шин, да? Мамия Шинзи, точнее. Я и не думал, что отец и сын могут стать такими. В случае с Мамией Шинзо у него был хороший пример для того, чтобы стать таким. После того, как Кёко возвращается к Токио, я продолжаю разговор. Это было вызвано жестоким обращением мамы Шинзо. Нет, мамы Шинзо и мамы Миюки. Это привело к тому, что Шинзо убил свою мать. К тому времени, пока мы узнали про это, много людей было вовлечено в этот хаос. Я так понимаю, что местонахождение тела девушки в скорлупе до сих пор неизвестно. Да, ты права, верно. Она была обнаружена в доме Мами Шинзо и была украдена Ракушики незадолго до ее вскрытия. После его ареста он никогда не осознавался, где она находится. Я также должен буду похоронить Накахара Мису должным образом. В этом городе еще много мест, где можно спрятаться. Есть много мест, где полиция тебя не увидит. Звучит правдивее, чем есть на самом деле. Нет, это правда. Даже такой человек, как я, знает несколько таких мест. Тут же рассказывает, взяв тортик и положив его в рот. Вкусная штука. Само собой. Ведь кое-кто потрудился спечь его прямо здесь. Я взглянул на Кёко у стойки. Ну, я думаю, нам просто придется продолжать искать снова и снова, находить свидетелей и так далее. Я прекрасно это понимаю. Слишком много вещей ждут, пока их наконец смогут найти. Конечно, как детектив, ищущий такие вещи, я бы хотел проявить себя во всей красе, но я не очень хорош в этих вещах. Может, это потому, что ты постоянно гоняешься за убийствами? И почему бы тебе не спросить одного детектива, который имеет хорошую репутацию в поисках потерянных вещей? Тот же улыбается, приподняв одну бровь. Он-то слишком занят воспитанием своего ребенка. Есть только один человек, которого я могу назвать детективом по ее описанию. Плюс я никогда не слышал, чтобы у него была хорошая репутация по поиску потерянных вещей. Шуга, привет. Ну, ребенок, да. Я отвечаю на свои же слова. Ребенок, которого забрал Курую на Ори. Это единственное, что мне действительно нужно найти. Полагаю, только те, кто там были, знают о том ребенке, верно? Тот же на секунду посмотрел на прилавок. Это моя собственная проблема, так что не переусердствуй там. Я пока ничего не сделал, чтобы переусердствовать. В конце концов, я сам-то еле двигаюсь. Ну ладно. На самом деле, я больше беспокоюсь о Масаки, чем о тебе. Тот же снова прикурил сигарету. Да за него вообще не стоит беспокоиться. Может быть, с точки зрения начальника, и да.
Но я про его психическое здоровье. Ну или с физической точки зрения не стоит о нем беспокоиться. А, ты про это? Он кажется, как бы сказать, неуравновешенным или, возможно, слишком стабильным. Смерть ближайших к нему людей, похоже, не потрясла его эмоционально вообще. Ну реально, у него умерло столько людей, а он даже ухом не повел. То есть он, у него умерла, умер дедушка, умерла Сацуки, умерла подруга из детства, из-за него умерла Камизона Майо. Как бы столько вещей произошло всяких на его бремя. Да, ты права. Похоже, со мной происходит то же самое. Он, кстати, раньше ходил к психиатру. Он должен был поехать туда снова после ареста Рокушики. Так что, может быть, я должен снова отправить его туда. Я не думаю, что он ходил к врачу с момента своей попытки самоубийства, где я его и встретил. Я думаю, тебе тоже стоит туда сходить на обследование. Я знаю. Я тоже проглотил свой остывший кофе и ответил на хмурившись от горечи. О. Пошел, Данте. Масаки стоял один на переполненных улицах перед станцией Синдзюку. Как я вчера и сказал Такисаки Сану, я собирался искать Наори здесь. Конечно, я собирался объехать весь Токио, не только здесь. Сака сказал, что в основном это пустая трата времени, но Масаки не знал другого пути. Невозможно, чтобы такой умный человек, как Наори, появился в таком общественном месте, как это. Вот почему считал риск быть перехитренным. В любом случае, Масаки не знал правильного ответа. Есть риск быть перехитренным им. В любом случае, Масаки не знал правильного ответа. Не думаю, что смогу его перехитрить вообще. Возможно, мне удастся найти свидетелей, но это все, что я смогу сделать. Но если я найду их, по крайней мере, я смогу пойти по его следам. Извините, пожалуйста. Решившись, Масаки окликнул прохожего. Я ищу кого-то вроде него. Я даю ему описание Наори и спрашиваю, видел ли он его за последние 10 дней или около того. Но результат был не очень хорош. Одна из проблем заключалась в том, что у меня не было фотографии с лицом Наори. Кроме того, тот факт, что организация Благословенного Братства, которая когда-то принадлежала Наори, неизвестна до конца, что заставляет Масаки задуматься. Это было во всех новостях за последний месяц. Интересно, не уделяют ли они особого внимания инцидентам, которые происходят в местах, к которым они не имеют никакого отношения. Несмотря на страдания людей, увлеченных в это дело, время идет своим чередом. Дело не в том, что люди просто равнодушные, а в том, что это нормально. Я уперся спиной к стене здания перед станцией. Впереди трудный путь, это лучший способ описать это. Если бы у меня хотя бы была его фотография. Я разворачиваю блокнот и открываю его на чистой странице. Он двигает карандашом, полагаясь на свою память. Так, нарисуй круглый контур, добавь волосы и... Я не мог удержаться от смеха, глядя на свой... готовый портрет. Возможно, это было потому, что я никогда раньше не практиковался в рисовании людей, и в итоге у меня получилось нечто совершенно на них не похожее. Не думаю, что он узнал бы себя как Наори, если бы был на моем месте. Что ты рисуешь? Боже, этот голос. Неожиданно услышав чей-то голос, Масаки поспешил закрыть блокнот и посмотрел вверх. Там была студентка, которая, казалось, была примерно того же возраста, что и Юкари.
И она смотрела в лицо Масаки. Ты эскиз-художник? Или художник по эскизам? Спросила меня студентка, словно заглянув в мой блокнот. Я собирался сказать «нет», когда заметил сумку, которую несла студентка. Деревянную коробку для хранения инструментов для рисования. Судя по краскам на поверхности, это, скорее всего, была картина, написанная маслом. Однако подобные рассуждения ничего мне не дадут. Я вообще-то кое-кого ищу, у меня нет его фотографии, поэтому я пытался нарисовать ее по памяти сам. Продолжая искать свидетелей, Масаки рассказал ей то, что... чем он занимается. Подожди минутку. Студентка опустила сумку на землю и достала свой альбом для рисования. Можешь еще раз описать его? О, да. Я еще раз описываю ей Наори. Высокий, одетый в белое. А какой длины у него волосы? Упс, что-то я немножко поспешил. Лицо рисуется на листе бумаги. Ой. В целом он худой, и подбородок у него чуть-чуть крепче. По мере того, как она вносила незначительные поправки, оно постепенно становилось лицом Курои Наори. А ты молодец. Ты сможешь так же, если научишься рисовать. Без всяких колебаний ответила студентка. Да, верно. Я никогда ни у кого не учился. В своей родной деревне ему не у кого было учиться, поэтому он был самоучкой. А братик тоже рисует? Спрашивает меня студентка, не отрывая глаз, и продолжаю рисовать. Ну, раньше я немного рисовал. Это было так давно. В последнее время я вообще ничего уже не рисую. Вот почему у меня получился такой портрет. Ну как, нормально? Студентка отложила карандаш и показала мне свой альбом для рисования. Там был Курой Наори, с которым я недавно только общался. Похож. Да. Слушай, выглядит именно так. Вот как. Я рада. Чувствую облегчение, она сделала небольшой вдох. Возможно, я видел этого человека раньше уже. Пробормотала она про себя, глядя на нарисованный ей портрет. А, что, где? Задыхаясь, спросил Масаки, когда нужная ему информация появилась из ниоткуда. Ну, я видел его в новогоднюю ночь в храме недалеко от парка Инокашира. Я думаю, что человек, который был там в то время, выглядел именно так. Тогда, значит. Масаки, оставившись, повесил голову. Если это было на Новый год, то это было еще до того, как этот инцидент был вообще обнаружен. Более свежая информация была бы лучше, да? Ну да. Я бы хотел получить какую-то информацию, желательно за последние 10 дней или около того. Раньше это было сложно сделать, но с этим портретом мне будет легче его найти. Могу я взять это себе? Я не против. С ее позволения Масаки засунул рисунок в свой блокнот. Что-то случилось с этим человеком? Спросила она меня с любопытством, как будто это было вполне естественно. Я его старый друг. Он немного потерялся, и я пытаюсь найти его. Слова Масаки были расплывчаты.
Большое тебе спасибо. А как тебя зовут? Мое имя Кубоя Чия. Когда она произнесла свое имя, студентка Чия снова посмотрела Масаки в лицо. Что такое? О, да, меня зовут Масаки. Я вспомнил, что не сказал ей своего имени, поспешно сообщил его. А братик, ты так похож на детектива. Она вдруг сказала, это Масаки не смог ничего ответить. Нет, я вообще-то есть детектив сейчас, я могу просто ответить это. Я шучу. Удачи тебе в твоих поисках. Помахав рукой, Чи исчезла сквозь переполненную улицу Синдзюку. И снова Данте. Причем тот же самый текст. Сумерки. Это были сумерки воскресенья. Убравшись дома, в доме Юкари задумалась о том, чтобы приготовить на ужин. Как вдруг... Звонок в дверь. Ой, играем за Юкари, кстати. А? Но сегодня не было обещано никаких гостей. Моего брата тоже нет дома, так что, думаю, ему там нечего делать. Даже сборщик газет уже приходил на днях. Может, это почта? Я все равно должна открыть в любом случае. Да? Кто бы это... Выйдя в сандалиях, она увидела спину человека, который уже собирался уходить. Масаки-сан! Масаки-сан! Я поспешно окрикнула ему, чтобы остановить его. О, я уже подумал, что тебя нету дома. Масаки оглядывается на меня и улыбается. Простите, пожалуйста. Я просто немного растерялась. Необычно для тебя. Что-то случилось? Да нет, ничего такого. А... Могу я вам помочь? После того, как она спросила, Юкари почувствовала себя неловко. Стоя на улице, на холоде, разговаривая, она продолжила. Пожалуйста, входите. Разделите с нами ужин. Прошу прощения за беспокойство. Я приглашаю Масаки, который собирался идти домой, и позволяю ему пройти в гостиную. Я сделаю вам чая. Пожалуйста, не нужно так беспокоиться из-за меня. Садив Масаки на диван, Юкари налила горячую воду из кастрюли на плите в чайник. Уверена, что у вас есть кое-какие дела с моим братом? Он скоро вернется, так что... Пожалуйста, подождите немного. Спасибо. Масаки, получивший чашечку чая, склонил голову. Если что, в общем, да, серия, которая... вышла в ВК, она получилась... Ну, где-то здесь она уже закончилась, так что для Ютуба, раз уж я по новой записываю, я решил, ну, подольше. Ну, почему бы и нет? Ну, вот захотелось. То есть, да. А, да, точно. Я подобрал эту листовку на станции сегодня. Масаки достал листок бумаги, который был засунут в его блокнот, и положил на стол. Художественная выставка среди студентов? Она будет проходить в Токийском метрополитен музее Уэно. Поэтому я подумал, что, может быть, тебя это заинтересует. О! Ого! Я не могу не улыбнуться. Что такое? Масаки склонил голову. Ну просто... Я одна из участниц на этой выставке. Правда? Ну да. Мне нужно было сделать отчет о своей деятельности в клубе. Поэтому я опубликовала его в прошлом году. О. Ну тогда, может быть, тебя и выберут? Да нет, ни за что. Этого точно не случится. Я улыбаюсь, покачиваю головой. Все участники выставки студенты-художники из Токио. И для меня большая честь, что я могу... что мою работу выставят в музее. Даже пройти первый отбор, это уже будет удачей. Ну или это уже большая удача. Ты собираешься стать художником? Внезапно Масаки спросил меня о чем-то подобном.
А? Несколько раз моргнула от этих неожиданных слов. А, я... А, нет. Мне просто так показалось почему-то. Словно паникуя, Масаки добавил. Вот как. Интересно. Будущее. Когда пришло время подумать об этом, это оказалось то, что беспокоило саму Юкари. Ну это... Что? И ты здесь тоже. Едва она собиралась открыть рот, как дверь в гостиную распахнулась и появился ее брат. А, с возвращением, брат. Юкари вырвалась из своих мыслей и встала. Прошу прощения за беспокойство. Масаки кланяется. Юкари, что у нас на ужин? Ну, я еще не решила. А ты вообще ел сегодня чего-нибудь? Нет, пока еще нет. Ну да, пожалуй. Можешь сделать нам что-нибудь легкое для нас троих? Троих? Ну да, я не против. Необычно было для него включить Масаки в ужин. Обычно он бы сказал, мне не нужна компания с этим парнем. Ты ведь хотел поговорить со мной о кое-каких делах. Верно? Наконец, он обратился своими словами к Масаки. А, да, точно. Ты не должен забывать о таком, боже. Они вдвоем заходят в соседнюю комнату. Я выпускаю небольшой вздох. Я совершенно забыла, о чем собиралась спросить Масаки. Речь шла о искусстве или художестве, не так ли? Я не могу прервать их разговор из-за таких пустяков. Мой брат, кажется, уже набрался сил. У меня такое чувство, что я давно не видела, чтобы он так много работал. В тот день, в прошлом месяце, он вернулся домой таким измученным. Юкари не стала расспрашивать о подробностях. У меня было смутное представление о том, что происходит. Ну, что произошло. Потом были похороны моей старой подруги. Мой брат пришел на церемонию, но не смог присутствовать на ней. Я посмотрел на свою ладонь. И до сих пор остался шрамом. Лучшая подруга, которая была спасена, и лучшая подруга, которую не удалось спасти. Кажется, мне пора промыть рис. Для Юкари они обе останутся ее лучшими подругами. Даже если время, которое они провели вместе, было очень коротким. Утро понедельника, 3 февраля. Проснувшись, я откинулся на спинку дивана и уставился в потолок. Сонливости не было. Но все равно мое тело оставалось таким тяжелым. Ты в порядке? Спрашивает меня Юкари, одетая в школьную форму. А, да. Не волнуйся за меня. Я встаю. Я не могу позволить ей беспокоиться о вещах, которых ей не нужно. Завтракать будешь? Ну, для начала приготовь мне чашечку кофе. Хорошо. Юкари коротко отвечает и возвращается на кухню. Я стараюсь не показывать свою лень, но это, кажется, не работает. По крайней мере, когда кто-то рядом, я должен быть на ногах. Прости, что заставил тебя ждать. Я встал и потянулся, когда Юкари вернулась. Да, спасибо. Рядом с чашечкой кофе лежал маленький кусочек бисквитного торта. Думаю, твоя голова прояснится, если ты съешь что-нибудь сладенькое. Юкари, заметив мой взгляд, добавляет. Пожалуй, да. Я принимаю ее доброту. Я глотаю кофе и кладу бисквитный тортик себе в рот. Ну, тогда я пойду сделаю тосты.
Кай снова уходит на кухню. Я был благодарен ей за то, что она заботится обо мне больше, чем должна. Думаю, она пытается вернуть меня к нормальной жизни. Я должен оправдать ее ожидания. Я взял газету, лежавшую рядом с диваном. Нет никаких статей, представляющих для меня особый интерес. Интересно, есть ли свежие новости о моем Ёшинзо? Юкари возвращается с подносом и тостами. Ну вот, прошу. Они уже были покрыты маргарином. Ну тогда я пошла. Пожалуйста, после еды замочи свои тарелки в воде на кухне. Юкари, одетая в пальто поверх формы, уже держала сумку в руках. Да, будь осторожна. Я провожаю ее. Так. Теперь, когда я позавтракал, я тоже готовлюсь уходить. Мне это не особо нравится, но есть вещи, которые мне нужно сделать. После короткой прогулки от станции Накана я прибываю в больницу Кучики. Я очень хорошо знаком с этим местом. Прекрасно его знаю. Не знаю, в общем, до последнего буду верить. Ну ладно, до определенного момента буду верить, что Наори, все-таки Кроя Наори, не является таким злодеем, преступником. Но хз, у меня такая чуйка, короче, я буду ее придерживаться. Ну не может быть он злодеем, ну нет. Вот. А, так что вот. По понедельникам больница кажется немного переполненной. Это может усложнить мое дело. Я спросил медсестры за стойкой регистрации Акучики Фумии, директор больницы, который был мне знаком. Но она сказала, что сегодня его не будет в офисе, что он уехал на собеседование или на встречу. Ой, ну на встречу имеется в виду. Хотел бы я поговорить с врачом, с кем-нибудь, у кого есть свободное время на меня. О, Токисака-сан, чем я могу вам помочь? О, и вот и она. Нет, я имел в виду кого-то, кто заскучал. Не кого-то, кто заскучал, а кого-то, с кем я мог бы поговорить. Здравствуйте, Ямануэчи-сенсей. Можно мне украсть немного вашего времени? Да. Я не возражаю, если ненадолго. Хару кивает. Мне нужно поговорить с вами о Масаке. Я позаботился о том, чтобы вокруг никого не было до того, как я начал говорить. Масаки-сан, да? Тогда не лучше ли поговорить с ним напрямую? Он сказал очевидную вещь. Ну да, пожалуй. Но я подумал, не могли бы вы направить меня к врачу, к которому он ходил? Если вы про доктора Ватануки Кейт, то ее сегодня здесь нет. Прошу прощения. Ватануки Кейт — это женщина-психиатр? Похоже, Масаки в последнее время не ходил в больницу. Поэтому я бы хотел, чтобы он пришел сюда снова. Когда он может зайти? На этой неделе? В среду, я полагаю. Однако я не знаю, сможет ли он попасть к ней на прием или нет. Да, я прекрасно это понимаю. Я прошу Масаки прийти в среду. Я не знаю, заметит ли это что-нибудь. А, кстати, Широсаки Мичуро случайно не обследуется тоже этим же человеком? Да, вы правы. У нас не так много врачей, которые могут приходить сейчас сюда. А, кстати, по мини-деваленке и... Ямануэчи-сенсей перевела взгляд за мою спину. Я поворачиваюсь. А, Мичуро! Там стояла девушка в больничной рубашке с повязкой на один глаз, Широсаки Мичуро. Стоит помнить, что обе ее руки были подняты передо мной, возможно, чтобы удивить меня или напугать. Что такое? Совсем ничего. Мичуро опускает руки и отворачивается от меня. Ну ладно, теперь если вы меня извините, мне нужно идти. Слегка склонив голову, доктор Ямучи уходит. В общем, ладно, ребята, да, немножко побольше получилось, чем в первом серии, да? Ну, то есть в первой серии ВК. Так что, да, будет немножко как бонус, да? В общем, да, и по
спасибо вам, в общем, за просмотр. Если вам понравилось, надеюсь, вам понравилось, да? Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь, ждите новых видео. Будем молиться, надеяться, как-то держать кулачки, сложим ладошки вместе. Что триал все-таки разрешен, и то есть по правилам, опять же, Innocent Grave, у них на сайте написано, они даже вот в Твиттере писали, что... в общем, будьте осторожны со спойлерами в социальных сетях и не забудьте ознакомиться с нашими рекомендациями, там, правилами по поводу загрузки на YouTube или там еще на какие-то сторонние сайты, типа медиа-сайты, вот. И у них четко написано, что загрузка вот этих каких-то роликов, ознакомительных, наверное, промо-роликов или вот это все-таки опенинга и пробных версий, типа демки и триала, разрешается загружать, только полной версии не разрешается ничего. Вот. Так что, скорее всего, возможно, нам удастся пройти триал и не словить ничего. Ну, фиг знает, если честно. Вот. И по первой серии мы это определим. Так, я не собираюсь сразу вторую грузить, не рисковать, чтобы... Подождем какое-то время, первая серия побудет пока. Надеюсь, что она побудет. Если они не удалят, я попробую им написать на почту, в поддержку, не знаю. Может быть, ответят. Скажу, не знаю, получится ли вообще. Будем надеяться, что ничего плохого не случится и что все разрешено. Так что спасибо за просмотр. Хватит группу ВКонтакте. Джана Мина. Увидимся.